Сборная Казахстана против сборной мира по шахматам. Уже завтра станут известны итоги международного турнира. Сегодня команды отыграли 4 тура в рапид. Напомню, первый день завершился со счетом 13-5 и 18-5 очков с перевесом в пользу зарубежных спортсменок. Об итогах очередного дня соревнований в материале Анель Едельхаза. Кони, ладьи, полная сосредоточенность и тишина. Второй день международного турнира выдался для нашей сборной не менее волнительным. В рапиде запоминающаяся победа Бибисары Асаубаевой над четырехкратной чемпионкой мира по шахматам. В первом матче она обыграла китаянку Хоу Ифань, которая имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин. А Динара Садуакасова победила Харику Дранавали из Индии. Вчера первый тур они проиграли, но собрались. И последний матч они выиграли. Со счетом 4,5 на 3,5. Но, тем не менее, мы видим, что некоторые наши девочки уставшие, потому что они приехали из Испании. И сразу с корабля на бал. Играли турнир вчера. Но сегодня они уже выспались, отдохнули, готовы к бою. Динара ничего играет. Несколько партий. Алуа Нурманова, наша боевая единица, много партий выиграла. Ставку на молодежь мы тоже делаем. В каждой сборной по 8 участниц. Четверо взрослых и спортсменки возрастной категории до 14, 16, 18 и 20 лет. Лучшие отечественные шахматистки бросили вызов сборной мира впервые в истории. Среди соперниц – чемпионки Европы и мировых первенств. Сборная Казахстана очень сильная, и то, что обозначает особенно вашу команду, это такой очень сильный боевой дух. Такой формат впервые проводится. Были такие большие интересные матчи в истории и в Лондоне, и в Сербии, в Сербии. В 1970 году и 1984 году. Последний раз такой большой матч проводился в 2002 году в России, когда играла сборная России против сборной мира. Второй день женского матча мировая сборная завершила со счетом 34,5. 29,5 очков у Казахстана. Завтра, в последний день турнира, шахматистки отыграют 8 блиц-туров, по итогам которых определится сборная победителей. Напомню, призовой фонд матча – 50 тысяч долларов, 30 тысяч из которых получит выигравшая команда. Анель Едельхаза, Ербол Даиров, Хабар 24.